Главное и основное – выборы в Карачаево-Черкесии прошли в спокойной атмосфере. За 3 дня голосования в республиканский избирком не поступило ни одной жалобы ни от кандидатов и их штабов, ни от политических партий или независимых наблюдателей. Как обычно, республика показала высокую явку. Почти 209 тысяч жителей Карачаево-Черкесии, а это 70% от имеющих право голоса, побывали за эти 3 дня на избирательных участках. Подводя итоги, которые не всегда выражаются только в цифрах явки или в цифрах одобрения, можно отметить следующее. На участках работало более 1500 наблюдателей. Более 1000 из них были направлены кандидатами и политическими партиями. Около 500 были направлены общественной палатой и представляли собой общественные движения, общественные организации, самые разные, скажем так, слои нашего общества. Что касается мандата депутата Госдумы, то симпатии избирателей распределились следующим образом. Победу на выборах одержал представитель «Единой России» Салтан Узденов. Он набрал 71,16% голосов. Кемал Бетдаев от КПРФ получил поддержку 13,03% избирателей. Заур Акбашев, представляющий партию «Справедливая Россия. Патриоты за правду», набрал 7,79%. Олег Жидяев от ЛДПР получил 6,31%. И, наконец, член партии «Яблоко» Ахмед Абазов набрал 1,54 голосов. Таким образом, можно говорить о том, что итоги подведены, и депутатам Государственной Думы от нашей республики по одномандатному округу станет Узденов Салтан Джишатбекович, выдвинутый Всероссийской партией «Единая Россия». Кроме того, в единый день голосования жители некоторых муниципалитетов Карачаево-Черкесии, помимо своего представителя в Государственной Думе, избирали еще и местных депутатов. На всех этих участках выборы также признаны состоявшимися, а в большинстве случаев победу на них одержали представители «Единой России». Эрнест Чуков, Назир Капушев, Архиз 24.